В Великобритании с новой силой разгорается шпионский скандал. Центр правительственной связи, он занимается радиоэлектронной разведкой, защитой информации государственной важности, взламывал и частные компьютеры, и целые сети. Как пишет влиятельное издание Financial Times, громкое признание представители спецслужб сделали впервые, правда, под давлением и в суде. Иск в трибунал подали 7 национальных компаний, представляющих англичанам доступ к интернету. После того, как делу дали ход, стало известно, взлому подвергались устройства и за пределами Альбиона. Более того, истцы опасаются, что спецслужбы уже давно фактически владеют мобильными телефонами сограждан. В обращении к суду содержатся сноски на разоблачение Эдварда Сноудена. Напомню, бывший сотрудник американской разведки не раз писал о том, что Вашингтон предоставляет Лондону технологии, которые позволяют прослушивать сотовый телефон, даже если он выключен.